Ой, божечки! А что вы делаете с моей газелёнкой? Не поверите, баронесса, ищу платочек. Платочек? Да. Ой, да, действительно. А кто это без мальчика? Это мой сопровождающий-аккомпаниант. Потому что прекрасно это поет, надо иметь большой талант. Я приветствую вас, месье. Я вам приветствую. Не знаю. Месье тоже итальянец. О, я из Шарантона. Это маленькая деревушка под Неаполем. Знаете, мадам, какое у меня горе, я потерял свое мертвое дерево. Мертвое дерево, очень романтичный роман. Смотри. Я думаю, что вы, естественно, хотите попробовать инструмент. А что? Инструмент. А вы ей ну что, Бородис, он такой профессионал. Он никогда не нуждается в репетициях. Вы же видите. Месье, а что это у вас за лент? Это орден. Подвязка. Подвязка, орден. Орден подвязки. Вы спасли меня, Ольга, вы спасли. Это что такое? Это черная шляпа из Крыбдышина. При сельских кружбах. Где шляпка? Из итальянской солонки! Боже мой! Какой вы патриот! Я увидел ее на вас и больше не могу забыть. Ну где же могли меня уже видеть? Я ее купила всего неделю назад. Подарок! Значит, я видел ее на вас в своих фантазиях! Да. И не возражайте мне больше ничего! Слышите, как у меня сжимается? Я отказываюсь от гонорара! Нет! Да! Ну я подарила ее своей крестнице, мадам Гатвердини! Нет! Да! Адрес! Крестница вашей, где она живет, это бункер 3! Но зачем он вам? Какое желание артиста? Не может объяснить он сам. Адрес. Бутыль 3. Где она живет? Крестница ваша. Вы должны узнать, где она живет. Только вино. Это нормально. Нет, что? У меня есть еще память. Бульвар Доминар 12. Я возьму на память. Хорошо. Ну куда же ты? За мотами! А на гости уже собрались! На свет! Гости уже собрались! Как я рада вас видеть! А вы, может быть, вы все-таки попробуете? Мам, выходите, что вы? Я вам спас.
парцеле. И я хочу твой сад засеять. И я хочу твой сад, я хочу твой сад, я хочу твой сад засеять.